Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Шериф Маршал, и добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня вкратце я вам расскажу то, что мы будем строить огромный корабль Лузитания в Майнкрафте. Ну что, погнали! Вкратце, что мы будем делать. Наша цель — построить Лузитанию. По окончании строительства я выложу эту карту на Google Диск, чтобы все смогли поиграть. Значит, что у нас по размерам? По размерам Лузитания 240 метров в длину, 27 метров в ширину, 19 метров в высоту от ватерлинии до палубы. Мы будем опираться на то, что один блок — это 1 метр. Короче, ребят, произошли неполадки, и, к сожалению, у меня не записалось то, как я начал строительство. Но у меня остались пару скриншотов, как я уже построил нос корабля. А вот эти самые скриншоты. Ну а теперь мы продолжим строить уже по-нормальному с записью. Также я решил не заморачиваться, и давайте просто перенесем вот часть этой постройки на корму. А чё, так можно было, что ли? Бля. Короче, ребят, вы, наверное, не поверите, но у меня снова нихера не записалось. Но здесь я уже сделал по минимуму, я начал строительство кормы. Я планирую сейчас вот так как красиво, аккуратненько загибнуть, вот, ну, в принципе, как вы видели, думаю, жопу этого корабля. И в итоге сделать здесь конец палубы. Здесь уже примерно 240 блоков, но я сделал чуть подлиннее, в принципе, особой разницы не будет. Thank you.
Короче, ребята, походу у нас в этом видео будет новая локальная шутка под названием «У меня не записалось». Ну ладно, в этот раз уже я идиот, который не удосужился нажать кнопку «Начать запись». Но все равно скажу, что произошло. Во-первых, я сделал небольшую окантовку. Сейчас мы здесь вот так потихонечку будем заполнять. Короче, ребята, чекайте, что я здесь построил. Это у нас руль, который я попытался полностью сделать похожим на то, какой был руль на самом деле у Лузитании. Сейчас я буду пробовать сюда как-нибудь засунуть хорошие винты. Потому что, как вы помните, в прошлом моем корабле, а именно Олимпике, который я вам показывал где-то 5 лет назад с шакальным звуком, там у меня винты были больше похожи на свастоны из Древней Индии. Осуждаю, блядь! К сожалению, у меня ничего другого не получилось. И то даже это выглядит очень сильно... Кому я обман? Это ужасно. Короче, ребята, у меня получилось вот так вот. Но, по крайней мере, это хотя бы чуть-чуть получше выглядит. Вот. Все равно ужасно. Пока на первое время оставим. Если у вас есть свои идеи, как я могу маленькие трехлопастные винты сделать, пожалуйста, пишите комментарии. Как же приятно заявить о том, то, что строительство Лузитании с внешней стороны, я только внешнюю часть сделал, изнутри я ничего там не построил, никакого интерьера там нету, официально завершилось. Я вам хочу сейчас показать результат. В общем, подведем итоги. Вот итог нашего строительства, а именно мы полностью завершили Лузитанию с внешней стороны. Как вы видите, на заднем фоне там в окне у меня ничего нету изнутри, но мы это будем исправлять. Я потом в будущем выпущу вторую часть, как я буду обустраивать интерьер внутри. Ну а сейчас я выкладываю эту карту на Google Диск, чтобы вы, естественно, смогли посмотреть, насколько сильно здесь была проделана работа. Я где-то неделю пахал над этим роликом, старался очень сильно, и вот... Строительство закончилось. Ну что же, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, нажимайте колокольчик. Всем огромное спасибо, всем удачи и всем пока, друзья. Увидимся в следующих сериях.